Вітаю, в ефірі програма «Тет-а-тет». І, як завжди, у нас черговий гість. Сьогодні у нас Андрій Лохматов. Вітаю, Андрій. Доброго дня. Андрій Лохматов – миколаївський журналіст, відомий як принципова людина, яка не боїться говорити те, що думає будь-кому. Андрій, перейдемо на русский язык. Скажи, пожалуйста, чем ты, как ты встречаешь утро? Как тебе утро сегодня началось? Утро, как всегда, я включаю музыку и начинаю быстро собираться, потому что я чаще всего просыпаю. Вот. Ну, сегодня было не исключение. Просыпаешь, потому что устаешь? Или ты просто любишь поспать? Нет, я просто по своему образу жизни, как это правильно называется, жайворонок, это который рано встает, да. А я сова. Вот. Я очень поздно ложусь, там 2-3 ночи, и раньше не могу заснуть, поэтому не ложусь, собственно, занимаюсь какими-то делами. Ну а просыпать часто приходится рано, как подстраиваться под образ жизни всех остальных людей, и поэтому это происходит очень быстро. Скажи, в одном интервью ты сказал, что если никто этого не делает, то нужно сделать это сам. Угу. Ты говорил о кино, но относится ли это вообще в принципе к твоему мировоззрению и к тем событиям, которые происходят в твоей жизни? Я говорил не только о кино. Кино – это в данном случае было просто то, чем я взялся заниматься, да, в свое время. Я говорил о том, что если в городе… Это был ответ на вопрос, зачем тебе это нужно, спрашивали. Мол, ну, люди действительно недоумевали, зачем кому-то проводить какие-то мероприятия, где не брать деньги за входные билеты, ну, не зарабатывать на этом, то есть тратить свое какое-то время. Я тогда ответил, что так как для меня в городе ничего не происходит, то где бы мог там, да, какую-то найти свою душу, ну, да, и чем-то что-то посетить, вот, то я это делаю сам и в первую очередь для себя. То есть как бы в этом мой эгоизм. В том, что я там привожу какой-то фестиваль, кинофестиваль, да, включаю кино и смотрю его в первую очередь для себя сам, а если вы хотите, приходите. То есть хочешь что-то сделать, возьми и сделай. Ну, это очень банально звучит. Я понимаю, сделай, возьми, я понимаю. Сделай. Ну, нет. То есть, если чего-то тебе хочется, то... Ну, да, нет, то есть, как бы, да, это как бы такое пробивание такой вот блока, да, у человека, что, ну, если я хочу, чтобы там в городе... Росли цветы. Да, ну, там, хочу концерт, не знаю, Моби в Николаеве, да, вот, ну, попробуй возьми сам их привези, да, организуй, свяжись с продюсерами, узнай, что им нужно, райдеры, попробуй, ну, есть у нас в Николаеве такие площадки, ну, там, найди спонсора, ну, то есть, как бы, вот как-то так. Это относится вообще, в принципе, к твоей жизни? Если ты чего-то хочешь, то ты этого добиваешься вот так прямо? К моей жизни это относится в том смысле, что если я что-то делаю, то я лучше делаю сам. Мы сейчас не говорим о журналистике. Не, вообще обо всем. Да? Я люблю, ну, мне часто трудно кому-то что-то доверить. И вот тоже фестиваль, например, «Гражданский проектор», я третий год фактически провожу, организовываю сам. У меня там есть пару людей, которые мне помогают, но это такие... мне даже как-то неприятно даже их просить о помощи, потому что я понимаю, что они выходят какими-то такими... принеси, подай, потому что что-то больше я им не могу дать, потому что я знаю, что, ну, так как я это вижу, только я это так и сделаю. Ну, вот такая тоже есть штука. А людям как с тобой работать? Ну, не знаю. Тоже именно она легко, потому что я им даю сложных задач, я им даю очень простые задачи, и как бы им... То есть, если ты делаешь какой-то проект, то по максимуму ты берешь все сам на себя? Да, от этого, как бы, конечно, сложно, потому что действительно самому все везде, по всем направлениям, как бы сделать, там, надо очень много времени и сил. Но в то же время я понимаю, что мне вот так легче, потому что мне все равно будет не нравиться, я все равно буду переделывать, там, и мне сложно объяснить человеку, как это должно быть, что в моей голове находится, какая картинка, чтобы он сделал так же. Ну, как-то так оно так всегда и происходило. Ты требовательный. Да. К людям, к себе. И к людям, и к себе. Как же ты сам с собой живешь? С собой очень хорошо живу. С людьми, да, действительно, я вот часто, вот чем дальше, тем чаще я попадаю в ситуацию, когда я понимаю, что мои требования к людям настолько высоки, что мне просто вот не с кем бывает поговорить даже. Потому что, вот, ну, это мы часто обсуждаем там, с компанией коллег, да, что, блин, возвращаешься в свою компанию друзей, там, старую, там, студенческую, там, либо там просто друзей, и понимаешь, что, ну, специфика в этом есть, конечно, работа, там, политика, да, и там, журналистика. Но их интересуют вещи, которые тебя уже давно не интересуют. Либо их не интересуют вещи, которые интересуют давно тебя. И вот ты попадаешь в такую ситуацию, что
вот эти требования к миру, ко всему, которые они сами собой производятся в течение своей работы, там, профессиональной деятельности, они настолько начинают быть высоки, что а мир там как бы как был, так и есть, и, ну, в своей жизни живет такой же, а ты там себе что-то надумал. И вот под этим сложно. Это тебя так родители воспитали? Это не знаю, как-то вот... Я, кстати, к этому очень, ну, как-то отношусь скептично. Водители, ну, родители могут своей методикой, да, общения с ребенком спровоцировать какие-то вещи в человеке. А вот мне сложно всегда понять, что тебе воспитали родители, не знаю. Ну, то есть, как бы, была ли у них задача сделать меня требовательным, там, к людям, там, да, или к себе. И они там делали какие-то определенные наборы вещей, чтобы вот в итоге вышел требовательный. Родители к тебе были требовательны? Ты закончил школу с золотой медалью, ты закончил ее так, для себя? Или потому что ты был требовательный уже? Нет, мне никто ничего не требовал, ну, как-то так вот так вышло, ну, вот как-то так вот, ну, учился. Ты просто учился, просто, я знаю, что хочу спросить, вот эта золотая медаль, это же круто, это показатель, я сама закончила серебряную медаль, я понимаю, что какая-то огромная нагрузка, но это было, ты для себя поставил ту планку, что ты хочешь, или ты просто любил учиться, ты был таким ботаником? Нет, я, кстати, вот у меня, когда надевали, директор школы надевал на меня золотую медаль, у меня стояло три класса, вот А, Б и В, я, по-моему, был в А, и вот мой класс смеялся, потому что последние два года в 18 классе я был уже таким, ну, как сказать, ну, такое слово подобрать, то есть как бы я не учился уже так, как учился там в 8-м, 7-м, там, то есть я уже гулял, условно говоря, у нас сформировалась компания в классе, и мы, как бы, ну, уже меньше давали времени, там, сиденью дома над уроками. И как бы получилось так, что вот они смеялись мне, как бы, потому что был диссонанс, потому что они помнят, как мы там проводим время. Да. А тут как бы, ну, оно уже не вкладывалось немножко. Но так как в начале 10 класса вносили детей всех в ГРНО на учет, что они на медали идут, и меня поставили перед фактом, что ты уже на учете, надо типа вот быть в рамках. Я говорю, какие рамки? А там, по-моему, контрольные работы не меньше 10 баллов, а текущие не меньше 9. То есть 8, 7, 4 у тебя же быть не должно. Я дико ненавидел математику, я учился в физмате. Физика и математика, там 8 часов математики, 5 физики, и там моих любимых географии, литературы там по полчаса, по часу. Ну и вот я думаю, блин, как я буду это сейчас, надо 2 года потратить на вот эту вот физику и математику, чтобы были эти все девятки и десятки. И у меня была подружка, она тоже на золотой медали закончила школу. Я делал географию, она мне делала математику. И вот так вот мы с ней вышли на то, что мы их получили. И как это было немножко смешно нашему однокласснику. Обманули систему. Андрей Лохматов обманывает систему. Блин, этим все занимаются, мне кажется. Ты только что сказал, когда мы говорили о первый вопрос, если что-то нужно сделать, что тебе в Николаеве не происходили события, которые для тебя интересны. Но ты все равно здесь остаешься. Тебя постоянно спрашивают, почему ты не уезжаешь. Я хочу тебя спросить, Николаев для тебя это город чего? Город, где ты вырос, или город, который хочешь поменять, изменить? Когда, ну, где-то на курсе втором в университете я дико хотел бросить Могилянку нашу, взять справочку, что я закончил 2 курса, ну, чтобы была какая-то бумага, и маме было спокойнее, и уехать. Мне так надоело, как-то, ну, мне вот как-то, ну, казался серым городом, потому что, ну, знаешь, когда начинаешь выезжать, как бы, да, за пределы, там, другие города, другие страны. Начинаешь сравнивать. Да, да, да. Ты, приезжая обратно, ну, начинаешь, как бы, уже немножко угнетеннее себя чувствовать. Но это был, как бы, такой, мне кажется, максимализм больше, да, желание, там, что-то еще, что-то новое и так далее. Сейчас, уже последние несколько лет, я понимаю, что для меня Николаев удобен тем, что он тихий, ну, маленький условно, да, там все занимает минут 10-15, и я дико, ну, не могу себе сейчас представить, там сказать, я живу в Киеве, да. Угу. Тебе комфортно в этом, да, городе? Да, ну, я понимаю, что, блин, ну, как можно сейчас вот это вот тратить час своего времени туда-обратно? Я понимаю, что к этому можно привыкнуть, и все так и привыкают, модифицируются как люди, я уверен в этом, перестают быть такими, какими были раньше, ну, это меняет обстановка людей.
Я к этому, наверное, сейчас пока не готов. Мне как-то какой-то период такой пенсионера. Мне вот удобно, ну, мне так, ну, мне хочется где-то в тихом парке, чем, не знаю, на какой-нибудь там шумной дискотеке. Как-то так. И вот в этом сейчас, ну, вот Николаев в этом мне как бы удобен. Я люблю его показывать только вот пока за это. А город, ну, город, который я хочу, нет, совершенно как бы нет, нет такой-то, какой-то такой цели, какая-то фатальная цель, там, город, там, изменить город, там, положить себя на машину. Ахматов, человек, который меняет Николаев, он проводит всякие мероприятия. Это очень громко, это так, как, знаете, это, мне кажется, здание 0512 когда-то брала интервью, и так оно, по-моему, назвала. Да, да. Мне кажется, это просто за неимением хороших информ-поводов, ну, коллеги, я же тоже журналист, я это понимаю, да, как бы формируют сами заголовки поярче. Я не ощущаю себя совершенно таким, и это очень как-то, ну, как серьезно, что ли. Ну, и опять же, я это делаю, ну, начал делать и делаю, потому что, ну, мне это интересно. И опять же, ну, это просто очень возможность, для меня несложная совершенно, как бы привезти, не ехать в Киев, а привезти вот это сюда, условно говоря, да. Либо, если это говорить о гражданском проекте, как о собственном фестивале, ну, это просто вот, это мое хобби, наверное, заниматься там, менеджментом культурных мероприятий. То есть тебе не идет цели изменить город, изменить людей, восприятие, тебе просто нет. Нравится? Я бы не хотел, чтобы меня кто-то изменял, например. Ну вот, кто-то бы ставил себе целью менять меня где-то в этом городе, какой-то человек сказал, ты неправильно живешь, я тебя буду менять. Нет, конечно, такой цели. Тем более, ну, в случае с Николаевым, как и в случае с многими другими городами, ну, провинциальными, условно говоря, ну, как бы это такая задача, ну, нереализуемая, мне кажется. Вот если говорить о том смысле, о котором говоришь ты сейчас, там, да, там, изменить Николая в том смысле, чтобы там людей привлечь к чему-то там прекрасному, пересадить их со скамейки сейчас, с пивом на джазовый концерт. Понимаешь, там, я почему задаю этот вопрос? Концерт. Да, потому что вот когда обычно что-то происходит, почему вы это делаете? Ну, человек же не может сказать, как ты. Потому что я эгоист, потому что я хочу посмотреть кино на большом классном экране, и да. Я это делаю. Нет, потому что надо вот поменять. Вот политики так говорят, но я не политик, поэтому... Ну, общественники тоже так говорят. А общественники хотят быть политиками чаще всего. В процентах 90 случаев я по собственному опыту наблюдения за ними, я вижу, что они в каком-то смысле нас обманывают. Ну, как-то так. Они сегодня говорят, что они волонтеры, общественники, а на самом деле в голове они себе уже давно зреют стать депутатами, так же, как и, которых они сейчас критикуют. Ну, это как бы я сейчас говорю то, что думаю. И поэтому они тоже лукавят в этом смысле. Как бы никто из них, ну нет, есть люди, есть примеры, да, людей, которые реально берут какую-то тему, она им болит, и, ну, чаще всего в наших глазах они превращаются в городских сумасшедших. То, что они вот втулились тему, и мы тоже так не понимаем, мы их тоже задаем вопрос, зачем оно тебе надо, ты не зарабатываешь на этом денег, ну мы же как бы по себе равняемся, да. И вот я таких примеров несколько знаю, Николаев, да, тоже. Городские сумасшедшие, а вот те, которые правильные общественники, они потом будут где-то в списках на выборах. Первых. Да, поэтому я, а мне-то чего, я, ну, в депутаты, там, по крайней мере, горсовета точно не стремлюсь, и мне тоже задавали вопрос всегда, ну, мол, ты что, что-то пишешь там за справедливость, там, все дела, чего не идешь депутаты, ну, вот все тоже логика такая. Да, мне так нравится вот эта логика, что по-любому все должно закончиться. Ну, потому что, опять же, так происходит в мире, ну, так происходит, они так видят, что все, кто где-то что-то начинают делать, больше, чем там твоя работа, да, больше, чем там твои обязанности там дома, там, начинают там... Ищут подвох, да, а, значит, не просто так. Выделываются, наверное, в этом метят. Потом, когда они видят, что где-то уже близко вышло, ну, значит, идешь депутаты, а что ты не видишь депутаты? А я всегда говорю, что пока в городском совете не платят зарплату, туда, ну, нормальный человек не должен идти. Ну, вот как-то так мне кажется. Да, ну, я когда всегда задаю вопрос депутатам, вот лично говорю, зачем вы туда пошли? Вот такие, конечно, версии сумасшедшие. Вот это то, что мы говорим, изменить Николая. Да, да. На самом деле, ну, там же ж не платят деньги. Ты, ну, представь, ну, просидеть на этой комиссии, там, 5 часов по ЖКХ, вот эти приходят сумасшедшие эти люди со своими проблемами, со всеми переругаться, да, и там подвал кто-то забрал, там ты это все вникаешь, что ты, ну, тратишь все свои силы, там, энергию на это за бесплатно. Зачем туда идешь? Я не пойду никогда в жизни на это.
Верховну Раду, ну так условно, опять же, у меня нет таких там сейчас. Там, да, там потому что деньги, после выхода этой программы, да, то есть, как бы, ну, будем говорить, что... Это такая же твоя работа, ты занимаешься тем, что ты сидишь, мозгуешь, как превратить в новые правила игры, там, проблемные вопросы в стране, да, написать новый закон. Ну, опять же, это в идеале, как бы, в теории. Ты получаешь зарплату, все, ну, как бы, все понятно. Как бы, тебе не нужно там думать о чем-то там, как, где заработать, то, чем занимаются ребята в городском совете. Скажи, профессия журналиста, она тебя как-то изменила? Или это именно стопроцентно твое? Потому что я вот смотрю, наблюдаю за тобой со стороны, то кажется, что человек вообще нет страха никакого, идет напрямую. Это у тебя так вот и было? Или это уже такие качества, которые пришлось себе выработать? Нет, так и было, мне кажется. Как бы, ну, моя мама постоянно беспокоится по этому поводу со школы, потому что в школе, помню, был первый случай вот такого революционный акт, это в 10-м, по-моему, классе, у нас была ученица по украинскому языку, и она нас не учила реально, у нас был отборный класс, физико-математический, как я сказал, то есть как бы лучший там на потоке, а там контрольная работа и там диктант, 6 баллов максимум там у кого-то, то есть из 12, то есть это там тройка, все, четверок даже нет в классе, у всех плохие диктанты. Ну, а я как бы, ну, она говорит, что вот мы плохие, я говорю, слушай, может, проблема не в нас, ну, как бы, начинает говорить. Это заявление. Да. Ну, естественно, учитель. Ее это, да, она... Учитель нас, царь и бог, это ж классика. Ну, конечно, да. А я как-то, ну, у меня, ну, я не задумываюсь, как бы, я говорю вот как-то, ну, ну, она меня, ну, как сказать, бесит, да, вот она стоит, это говорит, а я понимаю, что, ну, она лукавит, и, ну, проблема не в этом, надо об этом поговорить. В общем, я задал этот вопрос, ну, и все, у нас с ней конфликт, там... Я опаздываю на минуту, меня ставят в угол, в 10 классе как бы так, ну, пытается меня там как-то унизить. И как бы я, пообщавшись со своими одноклассниками, решили, что мы не хотим эту учительницу. Я взял на себя такую ответственность, мы собрали подписи среди одноклассников и понесли директору, что мы хотим другого учителя. А, там классная руководительница рвала металла, что через ее голову и ничего не сказали. Ну, как бы, в итоге его как бы у нас на 11 класс ее заменили. Вот, и учительница там до сих пор со мной не здоровается, когда я ее вижу иногда на улице. Вот. Но это было первое то, что вот как бы. Ну, так оно как бы было всегда, и я не вижу в этом, ну, это ничего. Мне кажется, так как должно быть. Вот, ну, в моем понимании, так и должно быть. Я не понимаю, почему люди молчат, там, когда надо говорить. И почему не боятся, кого не боятся, чего-нибудь. Ну, вот как-то так. Я не знаю, откуда это, но это так и было. Это как бы журналистика, она не прививает. Наоборот, мне кажется. Да и учит, оно сразу не учит, видно. А ломает более лояльным, там не написать, там промолчать. Не, скажем так, ну я знаю много журналистов, очень много, большинство журналистов, которые я считаю, что они до сих пор боятся чего-то сами. То есть то, чего как бы не должно было быть. И то, что они пришли в журналистику, оно не поменяло у них этого. Угу. Оно так и не остаются людьми, которым стесняются подойти, спросить, там, либо боятся сказать там, вот, то, что они думают. Ну, это, ну, это как бы для меня вывод, как бы либо ты уже такой есть, а сама профессия журналиста, она в тебе это. Ну, политики, да, откуда вырастают там такие политики, как там, ну, большого уровня, которые там с таким ораторским искусством там и так далее. Ну, да, где-то, конечно, оно учится, но если у тебя изначально вот этого нет, ну этого нет. Как бы, наверное, ты другой должен быть, твои там. Таланты внутри, они другие. Я, ну, допустим, я не могу себе представить там пилотом самолета, да. Наверное, этот человек должен иметь какие-то свои изначальные задатки, и как бы там, мне кажется, я не учился, я не смогу ним быть, потому что вот мне страшно внести, ну, эту машину, держать в небе, да. Но мне не страшно делать то, что я делаю. Вот как-то так. Твои родители гордятся тобой? Вот когда ты получил эту награду, человек, горожанин года? Ну, я думаю, да, конечно, очевидно. Ну, как да. Думаю, они не тебе сказали, Андрей, молодец? Ну, да, 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 да. А у тебя где-то награда где-то стоит? Да, на работе. Ты хвастаешься ей? В каком смысле? Ну, я имею в виду, для тебя это что-то значит? Вот какой-то вот, чтобы вот меня оценили? Нет, конечно, ну, очевидно, да. Конечно, значит. Но это как бы, вот я... Сказать. Мне вот интересно твое отношение к подобным вообще номинациям, наградам. Это был случай, когда меня хотели наградить наградой за заслуги перед Николаевской областью третьей степени. Это был один из предыдущих глав администрации областной. Я тогда отказался от нее. Ну, я делал это тихо, как бы я... Вот, там были случаи, когда журналисты там, в Киеве там, отказывались от наград от Порошенко на день журналиста. Угу.
делали это демонстративно. Я, ну, просто сказал, что как бы я не хочу, потому что, ну, я, если бы меня оценили кто-то, кроме вас, кроме политиков, да, ну, то есть я бы, наверное, принял бы это. Мне было бы от приятно. Кого это должна была быть награда? От какого чиновника? Ну, не важно, губернатора. Это раз. Во-вторых, за заслуги перед Николаевской областью. Я сидел, думал, какие мои заслуги перед Николаевской областью. Опять требовательный Лохматов. Я, да, я понимаю, что, ну, как бы это была как бы штука такая, да, повесить журналисту орден, чтобы журналист был лояльный. Ну, как бы откровенно говорю, это, ну, я сделал вывод такой для себя. В этом нет ничего плохого, это политика. Я понимаю, как бы, мотивы там, да, этих людей. Вот. Но я тихонько отказался, как бы, потому что, ну, мне, ну, не, ну, мне, как бы, я не представлял себе, что у меня какие-то есть заслуги перед Николаевской. Зачем я буду обманывать себя и ходить еще и рассказывать, смотрите, ну, я как дурачок буду выглядеть, ну, действительно. Вот. А когда, как бы, какие-то люди, коллеги, там, какие-то, ну, люди из, просто из, скажем так, общественности говорят, да, вот, ты заслуживаешь, ну, это другое дело, я как бы, да, спасибо, приятно. Ты очень занят, у тебя находится время на личную жизнь? Ну, да. Конечно, но, скажем так, это было бы глупо посвящать все свое время там, чему-то тому, да, чтобы, так сказать, сформулировать, тому, чему бы тебе не хотелось, да, делать. У тебя что-то есть какие-то, у каждого человека желания. Кто-то хочет там кататься на велосипеде, там, любит, да, кто-то любит там гулять, там, путешествовать и так далее. Если этому не дать время, ну да, смысл всего этого, конечно, есть. Скажи, пожалуйста, ты когда-то сказал в своем интервью, что если когда у тебя будет достаточно денег, ты хотел бы стать кинорежиссером и снимать фильмы. Ну да, это как бы одно из желаний. Это еще ты хочешь этого? Да, да. Ну, я теперь хочу дождаться этого момента. Ну, это не так, что вот прям вот я поставил себе этот там цель на этот год, например. Нет, я понимаю, просто ты хочешь. Но если вдруг как-то там жизнь обернется, и у меня появятся деньги и время. Сколько нужно тебе денег, чтобы... Я не знаю, я же не считаю. Да нет, на самом деле, мне кажется, что сегодня фильм снять, это вообще можно без денег это сделать, да. Ну, условно, с какой-то техникой, да, там, с какими-то людьми, с какими-то навыками. Там в монтажных программах и все остальное, и, но там какие-то баснословные суммы нет, мне кажется, можно сейчас все очень просто. Кино снимают на телефон и на одну камеру. Главное, мне кажется, вот главное во всем там в кино и в других видах искусства — это идея, это посыл, это смысл, мысль какая-то. Не то, сколько ты вложил денег в красивую картинку, либо ты пригласил какого-то известного актера, а то, с какой мыслью, с каким впечатлением, с какими ощущениями уйдет зритель после этого фильма. Я видел массу фильмов, они очень такими не вписываются в классическое понимание там, кадра, сценария, да, и там, из всего остального. Но, ну, ни с чем не сравнить, потому что там настолько много мыслей, там, посылов, месседжей, которые тебе вбиваются в голову, в душу, ты потом еще можешь день-два думать и пересматривать. Ну, как бы у всех такое есть, да, такие фильмы, такие любые произведения искусства. Вот. Но там нету ничего того, о чем мы говорим, там, о спецэффектах и так далее, и всему остальному. Вот. Поэтому я думаю, что в этом точно вопроса нет. Ну, если кто-то сидит и думает, я бы снял бы фильм, но вот мне же надо денег. Пару тысяч долларов или 20 тысяч долларов, ну как же ты же будешь снимать, то это как бы уже, мне кажется, первое заблуждение, после которого может ничего не получиться. Потому что, мне кажется, ну, кино, там, литература, изобразительное искусство. Это просто форма, это метод, механизм передачи мысли какой-то определенной. Если бы ты снимал кино, будешь, я надеюсь, о чем оно будет? Это будет документалка или какое-то художественное? Ну, я пытался снимать уже фильм. У меня как бы лежит эти все там наработки документального фильма про вот эти синтетические наркотики, темой, которой я занимался как журналист. Ну, по-моему, уже 2 или 3 года оно как лежит у меня. Периодически мы что-то доснимаем, но оно как-то не легло пока еще вот какую-то вот конченную, как бы, понимание, как это сделать. Проблема была в герое. У меня был человек, который употреблял эти наркотики. Очень интересная история, которую я бы хотел вот рассказать как просто одну живую историю, как человек там жил, как он начал употреблять эту спайсы, там, соли и так далее.
и там, чем это закончилось. И это такая success story. Он бросил, что как бы мне до сих пор многие там реабилитологи говорят, это невозможно просто взять и бросить, и, потому что очень сильные синтетические наркотики, это не сигареты. Но он, ну, как бы ему не пишут, мы с ним списываемся, он снова нашел работу, которую потерял там, вроде там ребенок к нему вернулся, жена не знаю. Но он не хотел, естественно, сниматься. То есть я себе представил картинку, как я это передам в какой-то коротком метре. Но он, единственное, что он сделал, я его просил, он мне написал как бы свою как бы исповедь, угу. Да, и я вот как чтобы бы... Чтобы взять ее за основу, как-то использовать, может да, быть, активно. Да, ну пока она так лежит, ну и времени как бы сейчас нет. Ну вот, может быть, я когда-нибудь его закончу. Андрей, спасибо тебе большое за интервью, мне было интересно, хочу тебе сказать правду, ни один из вопросов, которых я прописала, я, наверное, не задала. Ага. Это было круто, спасибо. Спасибо тебе. Обниматься не будем. Як скажеш. А кафе Сатеми, дякуємо, як завжди, за затишну атмосферу.